Илья Савельев – машинист автомобильного крана. Рассказывает, трудится на этой должности уже 7 лет. Интерес к профессии не угасает, свои обязанности мужчина знает наизусть. Илья уверен, старания обязательно ведут к успеху. А особенно приятно, когда руководство их замечает и поощряет. Мы приходим на работу, получаем путевой лист, получаем задание, и едешь, его выполняешь. Вот. Какие-то есть свои нюансы, сложности, но в целом все прекрасно. Есть такая профессия – давать людям тепло. Всего в преддверии профессионального праздника – Дня автомобилиста – почетными грамотами отметили 35 сотрудников. Это водители и работники авторемонтной мастерской. Каждый из них внес свой вклад в работу энергокомпании «Т-Плюс» и обеспечение надежного теплоснабжения жителей региона. Лучших отмечаем. Тот, кто безаварийно осуществляет свою деятельность и без нарушений внутренних распорядков. Данный повод очень приятный. Организация обеспечивает автотранспортные перевозки, подъемные дорожно-строительные работы на электростанциях и тепловых сетях в Самарской и Ульяновской областях. На ее территории трудятся 698 человек. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.